Ну, слушай, мне тут потихоньку скидывают документы. Тебе, оказывается, тоже землю подарили? Что? Тебе, оказывается, тоже в 2013 году Гончарова землю подарила? Рома, Да. здрасте, я тебе приходила с этими бумагами, $1000, вспомни. Ты говорила, что... Нет, ну просто я говорю, Ну? мне скинули документы в общей куче, что и тебе тоже. Ну да, я ж тебе приходила тогда жаловаться, ты сказал, что все там нормально, она тебе подарила, все, ты Да, заплатила. ты приходила, я уже и не помню. Ну ты же там надо... Здрасте, я ж приносила тебе эти документы, договор дарения. А ты за него дала $1000? Ясный перец. А ты можешь это сказать на камеру? На камеру? Да. Надо? Ну надо, а что нет? Я буду во вторник. Ну Во скажешь? Видеополе. Да, скажешь. Ну, и возьму документы, ну, и ты мне скажешь, что говорить. Не, ну говори, как оно было. Я же ничего не хочу, чтобы ты там что выдумывала. Как оно было? Не, ну ты меня расспросишь, я тебе расскажу, и Да. чтоб ты знал. Хорошо, договорились, да. Да. Так, а Нормально. подожди, скажи мне, пожалуйста, вот Да. она когда тебе дарила, она же распоряжалась это как своим, да? У нее много таких Слушай, договоров? я не знаю, как оно было, но вот там все участки, что там есть, это все делала Всеми она. участками она занималась, да? Да. Так во вторник нам Да. расскажешь это на камеру? Ну да, я тебе принесу, покажу. Хорошо. Хлобыстова у меня была, Хлобыстова, это Хлобыстова земля, но почему она, я не знаю, распоряжалась. А Хлобыстова это кто? А я знаю, я ее в Да. глаза видела. Угу. Я, короче, приду, возьму документы, я Хорошо. тебе все покажу, Хорошо. Договорились. а ты там уже позадаешь вопросы, чтобы знать конкретно, что Хорошо. говорить. Договорились. Давай, Давай. Я тебя добавлю. вспомню, давай.